Ваша любовь – это то, что собрало нас в этом зале. Значит, любовь уже есть. Пожелать вам счастья? Я не думаю. Потому что счастье – это то, что вы делаете каждый день, каждый час, каждую минуту. Счастье, ваше счастье, зависит от вас. Мы вам можем пожелать только то, чтобы каждое утро, когда вы просыпаетесь, вы смотрели друг на друга с улыбкой, с желанием прожить очередной день, быть рядом, держа друг друга за руку, как вы делаете это сейчас, иметь возможность обнять любимую, любимого, поцеловать его. Это истинное счастье. Мы желаем вам, чтобы это чувство, эти желания вы смогли пронести через всю вашу жизнь, через много-много лет. Когда будет жениться или выходить замуж, ваши дети смогли также сказать, что мы счастливы за них, потому что мы прожили счастливую жизнь. Счастья вам и всего наилучшего. Самым основным желанием, чтобы в вашей семье всегда был мир. Мир во всем. В мыслях, в душе, в делах, в поступках. Хочу пожелать вам, чтобы вы надолго запомнили, а лучше сохранили то тепло, вот это тепло сегодняшнего дня, приумножили его. Чтобы в вашем доме всегда все происходило радостно. Дружно, чтобы все невзгоды вы делили пополам, чтобы по жизни шли рука об руку.